Покажу, как мне удалось получить сверхъединицу по приборам. Вот потребление 0,3 миллиампера. Ой, это мой ключ. Вот 3,17. Тут 19-20 милливольт. РМС. Среднее значение. 10 милливольт клетка. Вот такая установка. Тут 150 килоом. Ой, я выключил питание. Оно все равно работает. Понял, откуда тут. Питание отключил. Вот идет плюс питание. Потом через амперметр, потом тут входит. Вот через выключатель. Выключатель выключен. Так он уже отключилось. А этот от конденсаторов работал или что? Вот, потом идет, вот, входит на плюс через эту перемычку, потом идет через этот прибор, переходит, потом вот идет на плюс, вот тут на плюс, и вот питается эта обмотка транзистором этим. Но тут вот снимаю с холограммы. Включаю. 3,15 миллиампер потребление. Вот это тоже там ничего не показывает. Тут 20 милливольт. Вот тут напряжение, сигнал. Хотя тут, наверное, что-то там неправильно показывает. Потому что это вот, видимо, как опора, и тут он что-то переборщил, что-то. Тут, по-моему, где-то 20 вольт клетка. Так вот, вот получается 20 вольт. А по расчетам вы, если на резисторе меряете падение, получается, что ватт на выходе и 0,072 ватта на входе, потому что 3 миллиампера умножить на 24 вольта будет, ну даже 4, если миллиампера 4, то есть 0,04 ампера, это 4 миллиампера умножить на 25, даже если вольт, получится 0,1 ватт. А на выходе получается 0,6 ватт. Вот, видимо, такие приколы и у Наудина мег. Вот как я высчитал, что 0,6 ватт. Ток получается, так, 20 милливольт клетка, так это получается 10 Ом резисторе будет равно и умножить на
Так. Напряжение знаем на резисторе, так значит. Тока мы не знаем. Ток равно U поделить на R равно на 10 Ом резисторе 20 милливольт. Так, 0,0 это было бы 200 милливольт. 2 будет 20 милливольт поделить на 10 Ом и будет 0,002 вольта. Ой, то есть ампера. И теперь, чтобы узнать, теперь напряжение, чтобы узнать, нужно узнать, какое на этом резисторе 150 кОм, который как нагрузка. Нужно и умножить на R, равно и 0,02 ампера умножить на 1000 столько кОм и равно, то есть Ом. Получается 300 вольт. Теперь просто ток умножить на 300 вольт умножить на 0,02 ампера. Получится. То есть вот тут еще одного нуля не хватает. Вот 0,6 ватт получается. Но даже если там сбросить, там не, на самом деле тут не 20 милливольт. Тут меньше, он тут немножко показывает неправду. Вот 10 милливольт клетка. Тут вверх идет 2,3 клетки где-то или 0,4. Вниз где-то две клетки. Но если считать даже, что две клетки вверх и две клетки вниз, так 20, если считать, что 20 милливольт это 40 милливольт от пика до пика, так 40 нужно поделить на 2. Будет 20 милливольт в одну сторону и 20 умножить на 0,07. То есть это что получить РМС, то есть квадратный там, корень, чтобы среднее значение получить. Проще умножить на 0,7, чем там корень какой-то вытаскивать, потому что примерно корень вытащив, получится коэффициент 0,7. Будет 14 вольт. Вот, а если 14 вольт посчитать, сколько получится, то есть милливольт. Ток получится 0,0014. Теперь это умножить на 1500. То есть, если слишком ухудшить параметры или получится сверх единицы, умножить на 210 вольт равно 210 умножить на 0,00 14
Вот 0,2994. Все равно в два раза, в три раза почти прибавка. Получается. А если по приборам вас смотреть, то вообще там в 6 раз прибавка. Питание на управление питается вот отсюда. На драйвер и на генератор TL494. То есть на управление просто вот этим ключом и, ну, и этим, но этот не используется. Но я думаю, тут если выпрямить, тут просто вот этот показывает ерунду, потому что этот вот этот на минус как бы зацеплен, вот один конец как бы вот тут минус, тут минус, и он как бы на втором плюсе, он как бы создает опору, и он как бы тут получается как от катчера идет напряжение в этот вот сигнальный, видимо, но это почему-то правда не фиксирует это, и он какую-то ерунду видимо показывает. Я, наверное, если магнит уберу, получится то же самое. Но как бы казалось бы, что там от магнита все зависит. Ой, отключил питание, вот он еще работает. От конденсаторов. Немножко уменьшается. А тут чего-то еще показывает, какие-то милливольты. Ой, током бьется. Это 5,3 ампера. Отключу я и это питание. Вот, все погасло. И резистор холодный. Ничего. Не греется. 150 кВт. Ладно, подключаю питание на управление. Вот, уже на управление подключил уже. Тут уже даже это не нужно включать. Так, а теперь опять. А теперь, может, магнит выберу. Посмотрю, как без магнита. Выбрал магнит. Хотел включить питание. 2,8 миллиампера. Тут практически та же самая синусоида, и тут то же самое, этот вот магнит ни при чем тут. Вот какая-то ерунда. Тут, видимо, если подключу диодный мост, то точно не будет там напряжение высчитано. Тут 210 вольт, а сперва высчитал 300 вольт. Так не будет, вот не 300, не 210, я уверен, что не будет напряжение. Будет каких 20 там вольт. Это что-то косячит этот прибор, видимо. Тут очень малое напряжение, он его нормально, наверное, измерить не может. Он увеличивает как бы, всяких емкостей, как-то усиливает его.
подключил диодный мост. Показывает где-то по клеткам, посчитал, тут где-то получается. Вот этот уже вот такие амплитуды показывает, даже когда его щуп не отключил, не подключен. Тут наводки ловит и ерунду показывает. Вот эти щупы не экранированы, вот этот плюсовый не экранирован. Там он тут наводки ловит хорошенько. Вот если я понимаю. Хорошо показывает то, что там немножко вот должен быть экранирован, не экранирован. Вот ловит такую наводку. Попробую свой самодельный щуп подключить. В моем самодельный экранирован. Смотреть, как с ним будет. Он покажет. Но пока не буду переключать, но... Пока нужно посмотреть, что, какое напряжение на этом резисторе покажет. На 10 Ом резисторе, вот он что показывает. От середины до верха, то есть 10 милливольт, вот одну клетку показывает. Мы считали, когда было 14 милливольт, получалось там... Он показывает 10 милливольт, но это все равно уже не тот результат, который раньше был. Тут вот показывает RMS 15, хотя он тут, конечно, ошибается, как может быть 15, если тут постоянное напряжение и одна клетка 10 милливольт. Вот этот. Это ноль, вот. Лучше всего это замерить вот таким прибором, сколько там вольт. По напряжению уже можно высчитать ток. Я посмотрю, тут неудобно держать камеру. Сто 40 вольт показывает и 9 миллиампер, 9,3 миллиампера потребления, 9,3 миллиампера, 140 вольт. На 150-килоомном резисторе теперь нужно посчитать. Вот он готовил. Так. Ток равен, ну, поделить на R, равно 140 вольт поделить на Ом, 1500 Ом. Что он тут показывает с этими
Лучше я поделю 140 на 150, а потом умножу на 1000. А то есть потом добавлю нули. Так получается 0,933. Получится 0,0. Еще значит 3 ноля нужно добавить, потому что я 3 ноля убрал. Вот 9,3 ампера получается. И теперь это умножить на 140 вольт. Заново 0,0093 умножить на 140. Получится 0,13 ватт. Ну а приумножить 9 миллиампер на 24 вольта, это будет явно больше. То есть 0,009 умножить на 24. 26 ватт. Вот. Вот когда поставил диодный мост, сразу другие показания, никакой прибавки нет. Вот. Видимо, так само и Ноудин ошибся. Все, потому что диодного моста не ставил, там вот прибор наводки наловил, там высокая на крыше наловил, которого на самом деле нет.